Наш постійний експерт Сергій Стужук сьогодні завітав до нашої студії. Вітаємо вас! Доброе утро! Тож, медіація. Що ж це за термін? Такий нове поняття, я так розумію. Що це таке? Вы знаете, когда я впервые услышал его в новом понятии, у меня ассоциации были с такой пластмассовой штучкой, на которой играют на гитарах. Не играя боем, а перебирая струны. Реально же это, возможно, одно из немногих позитивных движений, которое сегодня в правовом поле Украины будет очень позитивным для нас. Оно уже работает, и буквально мы ждем, когда оно начнет с полной силой помогать нашим людям в этом деле работать. Медиация – это новое движение, оно произошло, термин от латинского слова «посредник», и является альтернативным, внесудебным урегулированием вопросов. Очень удобная вещь, которая реально помогает людям разрешить все вопросы быстро, качественно и без лишнего распространения для посторонних людей. Чим же воно відрізняється тоді від звичайних судів і у чому якісь позитивні сторони? Часто задаваемый вопрос, особенно людьми, которые обладают юридическим образованием. У вас нет юридического образования? Немає. Пора получать. Я хотел сказать, что в судах есть много нюансов, много проблем, и эти проблемы известны всем нашим телезрителям. У судов очень много дел, огромные экипы. То есть, можно на пальце взять, много дел, огромное количество времени рассматривается каждое дело. И даже если решение принимается, то зачастую это решение не удовлетворяет ни одной из сторон. В-третьих, это дорого. Это дорого. Мы сейчас за скобки выводим все вопросы коррупции. Сегодня тема не об этом. Вопрос просто на законодательном уровне. У нас очень дорого заниматься этой деятельностью. Плюс оплата адвокатов, плюс оплата других институций, переездов и так далее и тому подобное. Много других проблем, которые реально сегодня суды не решают. И они завалены. Недостаток судей, в конце концов. Поэтому это играет большую роль. И отличается тем, что у нее есть очень хорошие моменты в противовес тому, что я сказал, есть в судах. В Европе это давно-давно работает. В Америке это давно-давно работает. Ничего изобретать не надо, нужно взять более-менее подходящую форму для нас и работать. Я вот возьму сейчас, вот прямо вам скажу, как у нас какие примеры есть отличия от судов. Судебный процесс начинается по инициативе только одной из сторон. Вот я захотел подать в суд на вас, вы на меня не так посмотрели, все, суд будет состояться. Медиация только тогда, когда у нас возникает какой-то спор, мы вместе выбираем медиатора, классного специалиста, который правильно распорядится, только на котором мы оба согласны. Выбора судьи. Люди не имеют права сегодня выбрать судьи, а мы можем выбрать медиатора. То есть человек, который разрешит наш спор. Любой суд определяет виновную сторону и пострадавшую сторону. Медиатор настроен на то, чтобы консенсус между людьми был, чтобы люди вышли максимально удовлетворенные обе стороны. И только когда обе стороны удовлетворены, тогда медиация состоявшаяся. А ось на офіційному рівні, наскільки медіація дійсно є впроваджена, наскільки її можуть використовувати? Тому що і так звичайні люди можуть посперечатися, обрати собі третього, щоб розрішив їхню суперечку. А ось офіційно, наскільки це є у медіації? Да. Важный вопрос, который сегодня следует отметить. Дело в том, что у нас уже и принят в первом чтении законопроект о медиации. Кроме того, никто и люди зачастую не могут разрешить вопрос между собой. Они даже не понимают, они не могут поговорить между собой. Иногда медиатор – это не сколько юрист, сколько психолог. И он разрешает вопросы так, как это надо. Он понимает. Иногда люди просто не могут поговорить, не могут найти третьего лица. Да, это похоже в этом вопросе. Это больше даже похоже на переговоры, чем на судебное разбирательство. И хотелось бы вот это отметить, что процессы длинные – это реально проблема для нас. И те, кто не используется медиацией, яркий пример тому. Вот я даже, чтобы не говорить о Украине, скажем об Австрии. В рекорды Гиннесса зашел спор, судебный разбирательство, которое продолжается 30 лет. Оно не закончено и сейчас. Обычный австриец хотел сделать себе гидроэлектростанцию, построил ее, а предприятие рядышком завалило ручей. Случайно, не специально. Он подал у них в суд, и они разбирательство идут. Куча денег. Ломают копья, адвокаты. Больше 100 тысяч евро уже потрачено. Адвокаты получают огромные деньги. Решение не принято. Вот.
И здесь играет еще роль, знаете, еще очень важный момент, чего нету, что есть в суде плохой признак и чего нет в медиации. Это открытость. Вроде бы хорошее качество, но поверь, я по роду деятельности часто присутствовал в судах, когда очень много родных спорят за квартиры, за недвижимость, за какие-то моменты, за очень много вопросов. Ссоры из избы выносятся, и в конце концов решение, может быть, и будет принято, но все люди, у нас любой человек может прийти в суд и присутствовать там. Это проблема, это большая проблема, и медиация, в свою очередь, как раз конфиденциальна. Мы сами делаем внутри, как мы хотим решить. Сами разобрались. При помощи медиатора, и никто об этом больше не узнает. Поэтому я хочу сказать, что это очень важно. Это экономия времени, это экономия денег, потому что медиация стоит очень дешево. Некоторые процессы проводятся бесплатно, а зачастую там тысячи гривен и так далее. Это ни в какое сравнение не идет с судебными разбирательствами. Это конфиденциально, это компетентно, и это нацелено на разрешение консенсуса, а не выявление одной стороны победителей. Якщо медіація тільки впроваджується в Україні, то така професія, як медіатор, мабуть, також є новою. Де навчають медіаторів? І як можна стати медіатором? Де можна навчитися цим навичкам, дізнатися взагалі про медіацію? Ви знаєте, сьогодні є дві форми. К сожалению, в Україні ніде не вчать цьому. Нігде ще не вчать. І буквально завтра буде старт, давайте вперед. И многие активные люди создают двойной плюс. Во-первых, обучение в Европе, а во-вторых, уже и наличие диплома для работы. И завтра вдруг начинается процесс, и у нас уже есть готовые медиаторы с дипломами магистров и бакалавров в сфере медиации. Как это сделать? Как узнать больше? То сегодня очень классный день. Сегодня у нас в библиотеке Гмырева на 4-м этаже сегодня будут представлены программы образовательные в Европе. И как получить образование в Европе, как получить профессию медиатора. Самое главное, что это мероприятие абсолютно бесплатное. И кроме того, будут очень серьезные спикеры со всей Украины приедут туда. Это мероприятие проводится под эгидой ЕС. Посольство ЕС в Украине полностью финансирует и помогает людям в этом направлении, чтобы люди могли получить... Ну, и, кроме того, там есть программы, которые позволяют получить образование в Европе, на базе нашего получить образование, находясь в Украине, и другие по обмену опытом. Очень хорошее, очень полезное мероприятие в 13:00 в библиотеке Гмырева. Приглашаю всех вас, и вы получите очень полезную информацию для перспективы своей жизни. Ось щодо того, що ви запрошуєте тільки молодь чи людей абсолютно будь-якого віку? Сегодня мероприятие может посетить любой человек, хотя больше фокус группы – это студенты, это люди, которые не закончили, уже имеют высшее образование законченное, аспиранты, те, которые хотят обучаться, опять же, на стационаре, либо на заочном. Но для тех профессионалов, тем более, что адвокаты уже почти все активно работают в этом направлении, Оксана Балацкая у нас в Николаеве, глава ассоциации медиаторов, в темпе работаем вместе в этом направлении. И для людей, кто не студенты, кто имеет юридическое образование, самое интересное, медиатором может стать не только юрист, может стать психолог, может стать педагог. Поэтому еще некоторые профессии, благодаря которым, имея степень бакалавра, можно получить в Европе степень магистра уже медиации. Это очень удобно, очень классно. И кого интересуют эти вопросы, то у нас летом, уже 15 июля, выезжает группа в Словакию для получения соответствующего сертификата. И если есть желающие, то, пожалуйста, по всем вопросам можете обратиться по телефону 093-65-65-400. Поэтому это будет очень позитивно, кому это интересует. А ось щодо спікерів, ви сказали, що досить серйозні люди приїдуть з серйозною інформацією, також хочеться дізнатися. Здесь є многие європейські образовательні програми, такі, ну, скажем, там Erasmus+. Просто хто в образовательних сферах, він розуміє в цих направленнях. А не тільки об обучені в Словакії, в других странах, более того, для того, щоб получення определенних грантів, для того, щоб, обучаясь в наших вузах, параллельно можно было бы по обмену получить значимые, важные, качественные образования в Европе. Кстати, здесь вот у нас вот на экране как раз показана уже договоренность. Нас ждут Словакии, нас ждет город Прешев, нас ждет
европейские юристы, которые помогут нам в этом деле, чтобы наши украинцы могли не только между собой быстро решать вопросы. Это реально альтернатива А – коррупции и Б – физическим расправам. Реально многие люди, которые не могут решать проблемы, они что? В суде не получается, нанимают хлопцев, приходят ребята, конфликты, используют любые такие низменные инструменты, при помощи которых ничего хорошего не происходит. Гранаты, пулеметы, машины, горят машины, горят дома и все эти моменты. Иногда достаточно, как показывает практика, людям просто встретиться с нормальным человеком, который быстренько разрешает эти вопросы. Вот и все. Вот будущее, то, что нас ждет, и это реально, я думаю, поможет нашим людям, чтобы наша жизнь стала лучше. Ну що ж, ви дійсно вже довели про те, що медіація та медіатор – це річ досить корисна у сучасному суспільстві, і за європейською практикою дійсно вже показано, наскільки це важливо. А ось в Україні чи є майбутнє у медіації як у професії? Чи можна буде вже за декілька років сказати «я медіатор за професією, за фахом»? Да, конечно. У нас, к сожалению, как я уже говорил, еще медиаторов не готовят. Но благодаря тому, что Украина с Европой сейчас работает в тесной связи, и многие виды образования идут в зачет для получения будущей специальности. То есть, если речь идет даже не о сертификате, как многие сейчас у нас готовят, а именно о дипломе, то если вы имеете степень бакалавра, и иногда даже специалиста, там маленькая процедура сложнее, но с бакалавром гораздо проще, вы параллельно на заочном либо на стационаре всего лишь меньше, чем за 3 года можете получить европейское образование, магистра медиации, и уже с дипломированным, с дипломом вы можете не только разрешать вопросы в Украине, более того, вы можете войти в реестр медиаторов Европы и разрешать вопросы, которые возникают между предприятиями и другими моментами с европейскими институциями. А сфера медиации очень большая. Это и трудовые споры, это защита прав потребителей, это семейные споры, это много-много-много-много. Я сейчас прям... Нету тех сфер, где медиация не работает. И реально, что еще раз хочу подчеркнуть, очень хорошо, медиатором может стать не только юрист. Да, некоторые споры, там нужно только юридическое образование. Но есть моменты, когда люди действительно просто классные психологи, хорошие педагоги, которые разрешают вопросы уже без юридического образования, когда это касается, скажем, педагогических моментов, семейных там, и так далее и тому подобное. Що ж, дякуємо вам за те, що, як завжди, повідомляєте найактуальнішу інформацію, допомагаєте миколаївцям іти у ногу з часом, дізнаватися про якісь новинки, які тільки нові течії надходять до нашої країни. Я нагадую нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітав тренер з публічних виступів Сергій Стужук. І давайте ще раз нагадаємо, як сьогодні о котрій годинці вони, наші телеглядачі, матимуть змогу долучитися до медіації. Дорогие друзья, сегодня в 13:00 библиотека имени Гмырева, это кто не знает, вдруг сегодня мало людей ходят в библиотеки, находится здание кинотеатра «Родина». Ждем всех вас на бесплатное уникальное мероприятие, где вы узнаете о новых, самых современных европейских программах, которые реально помогут вам стать более конкурентно, получить конкурентное преимущество перед теми людьми, которые не заботятся о своем образовании. Приходите, будем вас ждать и будьте счастливы. Долучаємось до запрошення,